По предварительным данным, в 12.05 на 288 километре автодороги Тамбов, Пенза, Пристанная, Ершов, Озинки, граница с Республикой Казахстан, произошло столкновение двух автомобилей МАН под управлением мужчины 1979 года рождения и автомашины Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика был доставлен в лечебное учреждение. Водитель и пассажирка автомашины Hyundai Solaris от полученных травм скончались на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Yeah.